Сегодня я расскажу вам о выдающемся русском механике-самоучке Иване Кулибине. С самого детства мальчик любил читать и мастерить. В 1758 году Иван открыл в своем городе часовую лавку, где чинил самые замысловатые механизмы, благодаря чему и прославился в широких кругах. Изобретатель представил императрице Екатерине II телескоп, микроскоп, электрическую машинку, удивительные часы размером с гусиное яйцо, а еще лифт, прожектор, самобеглую коляску с педальным приводом. Поручику, потерявшему ногу при штурме Очакова, удалось продолжить военную карьеру благодаря протезу ноги, который был сконструирован Иваном Кулибиным. Кстати, те самые уникальные золотые часы, украшенные богатой чеканкой, уцелели до наших дней и хранятся в Эрмитаже.